Курс лекций «Современные геофизические технологии» проходит для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Открыла серию мероприятий лекция «Применение спектральной шумометрии для оптимизации работы нефтяных и газовых скважин». Спикером выступил руководитель департамента научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ TJT Oilfield Services Андрей Арбузов. Лектор рассказал студентам о развитии компании и о разработке новых геологических технологий. Раньше, когда приборы были не спектральные, они просто полный шум мерили, они могли вот этот слабенький шумок, который отработали резервуара, они могли его не найти. На этих частотах шумов от потока вот, жидкости или газа по трубе, их очень мало. Там практически их нет, поэтому можно выделить работающие пласты там, или какие-то нарушения. Лекция была познавательной, так как студентам также было рассказано о применении различных технологий в сфере добычи ресурсов. Представитель компании также поведал студентам о рабочем процессе и сопутствующих ему проблемах. Ты приехал на скважину, тебе заплатили деньги, ты спустился плохим прибором, вытащил и ничего не записал. Задолго до этого еще в заводских условиях нужно проверить, что прибор хорошо работает. Следующие лекции курса состоятся 15 и 22 ноября. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.